Группу интернет-мошенников задержали сотрудники правоохранительных органов. Преступники распространяли вредоносную программу через смартфоны граждан и похищали деньги с их банковских счетов. По версии следствия, в группировку входило 20 человек. В ходе спецоперации оперативники провели несколько десятков обысков в 6 регионах страны. Были изъяты банковские карты и компьютерная техника. Глава преступного синдиката проживал в Иванове. За время незаконной деятельности хакеры заразили вредоносной программой свыше миллиона устройств. Ущерб составил более 50 миллионов рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело. Четверо задержанных сейчас находятся под стражей, остальные под подпиской о невыезде. Для того, чтобы не стать жертвой таких технологичных мошенников, нужно воздерживаться от того, чтобы скачивать из интернета при помощи телефона мобильного, подчеркну эту важную вещь, какие-то незнакомые программы. Если вы не уверены в том, что вы скачиваете действительно ту программу, которая вам нужна, то делать этого ни в коем случае не надо. Дело в том, что мошенники вот такие технически грамотные люди, они маскируют часто очень вирусы, вот эти вот вредоносные программные обеспечения под вполне легальные, известные всем, например, ну как пример, это игровые программы.